Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарская дзюдоистка вторая на открытом турнире «Пан Америка». Тольяттинская теннисистка рвется на олимп турнира в Индиануэльсе. Чемпионат Самарской области по пулевой стрельбе. Первые победы. В спортивном комплексе Старозагора самарские стрелки разыгрывают медали областного чемпионата, пока в лидерах снайпера ЦСКА. Они заняли весь пьедестал почета в категории «Пневматическая винтовка». Золотые медали у Евгения Ищенко и Дины Дрогановой. Дарья Касаткина успешно выступает на теннисном турнире в Индиануэльсе, США. На ее счету уже 3 победы. Очередная ее соперница Моника Пьюик из Пуэрто-Рико проиграла ей в 2 сетах 6-4, 3-6, 7-6. В 1/8 финала Касаткина сразится со швейцаркой Тимея Башински. Кристина Румянцева выиграла серебро открытого турнира под дзюдо «Пан Америка». В Буэнос-Айрес, Аргентина, самарченко выступала в легком весе категории до 48 килограммов. В финале мастер-международник уступила итальянке Валентине Маскат. На 3-м месте Аврора Клеменце, Франция, и Анна София Джура, Бельгия. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.